Турнир «Фэйрплей» берет свое начало от турнира Кубка Виноградова, который организовался после трагической гибели Дмитрия Виноградова в автокатастрофе 10 лет назад. Дмитрий был сильнейшим спортсменом в стране, чемпионом России, верным другом и хорошим человеком. Мы за месяц до трагедии провели месяц на сборах в Португалии, и, конечно, очень сблизились. То есть, ну, там, как, понятно, были там просто за товарищами по команде, а за месяц на сборах в Португалии, конечно, это было очень близко, и после этого, конечно, так, ну, так приблизила нас судьба, потом раз, как бы, я резко оборвала. Поэтому хотел что-то сделать, чтобы его имя его не просто, он там, чемпион России и, как бы, хороший человек, да, а хотелось как-то оставить в памяти его. Долгое время проводился турнир памяти в московском городском клубе, и все собранные средства отдавали маме Дмитрия. Вскоре ее не стало, но было принято решение продолжить турнир памяти Дмитрия и уже все собранные средства тратить на юниоров и развитие гольфа. В любом случае, любому человеку, который занимается спортом, без соревнований нельзя. И турниры, особенно в гольфе, когда все это не очень просто, и у нас только начинают появляться новые и новые поля, на которых могут играть и ребята, и есть интересные турниры. Один из них – вот этот турнир. Есть призы, потому что тоже без призов невозможно. Всем хочется что-то получить за свою победу или за свое желание, или выиграть какую-то номинацию. Потому что в спорте всегда есть победители, есть стремление, мотивация. И в гольфе то же самое, как и в других видах спорта. Поэтому, так как это олимпийский вид, нам крайне важно развивать детский и гольф, потому что без этого не будет наших будущих олимпийцев, которые поедут и будут представлять нашу страну на самых крупных международных соревнованиях. А так как гольф России только начинает по-настоящему развиваться, то и на детский спорт мы должны уделять больше внимания, особенно на детский гольф. Каждый год проводится благотворительный турнир 15 мая в московском клубе на Довженко, а собранные средства пускаются на организацию проведения серии турниров, в которых по итогам 5 этапов выявляется победитель и получает грант на круглую сумму. Грант можно потратить на все, что связано с гольфом – на турнир, тренировки, оборудование или на сборы. У меня остались замечательные впечатления. Во-первых, то, что этот турнир проходит в течение всего сезона, то есть на протяжении всего лета, ну и даже вот сейчас осенью финал проходит. Ребенок был в тонусе, он понимал, что вот в этом этапе он участвует, потом через буквально 20 дней очередной этап и так далее, и так далее. Это очередная соревновательная практика, это тоже очень важно. Плюс великолепная компания таких же единомышленников, как и ты сам. Ты любишь играть, ты любишь общаться, тебе нравится это великолепное поле Forest Hills. Ну и, конечно, наши организаторы, которые воду вовремя подвезут, бананы купят, яблоки купят, все будет. Я считаю, что вот одного юниорского тура все-таки недостаточно. Нужно делать еще какие-то турниры в поддержку его, чтобы, допустим, на юниорском туре дети, которые не выиграли ничего, получили шанс выиграть его здесь. Как показывает практика, здесь гораздо меньше давления, ну и гораздо легче занимать призовые места. Конечно, средств с одного турнира не хватает, и тур поддерживают спонсоры Дмитрий Скрипичников и Хребков Игорь. В этом году также спонсорами стали кондитерская «Заяц» и «Шляпа», которая радовала детей вкусными десертами, компания «Авилон», которая выделила велосипеды для специальных призов, «Галька и Голыш», «Московская благотворительность» и профессионалы из PGA of Russia поддержали проект. От этих соревнований у меня остались просто прекрасные, на самом деле, впечатления. И приезжаешь как себе домой на эти соревнования. То есть атмосфера очень дружеская, и когда ты видишь, например, Сергея Юрьевича, ты действительно прям искренне радуешься за человека, то что он вкладывает всю свою душу в этот турнир. И я была с самого первого до последнего этапа этих соревнований, видела, как растет этот турнир. И когда я приехала на последний этап, я действительно была очень, очень приятно поражена тем, насколько человек с идеей может воплотить ее. То есть это невероятно на самом деле. Организаторами турнира выступили Сергей Нечаев и Виктор Останков, которые сожалеют, что во времена их юности таких возможностей не было, и поэтому с большой надеждой смотрят в будущее этого турнира.
Татьяна Берендеева специально для Fair Play Golf Tour. В следующем году будет намного все интереснее. Будем делать больше номинаций, будем приглашать больше детей, спонсоров. Будем развиваться вместе. Fair Play.